кастингом, что бы он стал звездой? Так, давай я тебя подготовлю к интеллектуальному конкурсу. Ну, бабушка, что ты бабушка? Давай, расскажи все, что ты знаешь о габаритных огнях. Габаритные огни говорят о том, что между ними находится автомобиль. Молодец, а теперь расскажи все, что ты знаешь об аварийных огнях. Аварийные огни нужны для того, чтобы припарковаться в месте, где парковка запрещена. Ну, разминка закончилась, теперь представь. Самый сложный вопрос, представь себе. Тебя просят передать за проезд. Что ты ответишь? Передатчик не работает. Отлично, она готова. Не готова. Нет, не готова. А вдруг там будет танцевальный конкурс? Нет. Ну, пожалуйста, я не умею танцевать, не надо так. А ты вспомни, ну как мы эту змею убили? И повтори все эти движения. Отлично. Так, стоп, я готова. Если там будет музыкальный конкурс, что ты будешь петь? Петь. Женское счастье, множество нарядов, туфель, сумок, сапогов, бус, сережек и платков. Ну, а больше ничего не надо. Это все? Нет, еще. Попросил облаков подарить нам мужиков. Не-не, это все не так, все не то. О, слушай, как надо. Ах, какая ты мягкая и ласковая, олимпийковая, водолазковая. Мы теперь одним стилем связаны, стали обе мы водолазками. Водолазками. Так, что, кто? А если там будет спортивный конкурс? Что? Я и спорт? Ну, разве что спортсмены. А вдруг тебя возьмут на Олимпийские игры? Не, я после такой Олимпиады либо на завод, либо на панель. Все. Так, ну это все потом, все потом. Я вот думаю, чем бы сейчас заняться? Пойду, наверное, на разведку. Узнаю, как там, замуж. Ой-ой, нервученька, не надо. В общем, был у меня случай. Случай. Значит, звали его Васю. Значит, сижу я замужем, никого не трогаю. Сижу себе, сижу. И тут как гром среди ясного неба. Гром среди ясного неба! Тучи, молнии, гром! Так, а о чем я? Ну, в общем, ты сама поняла. Ну, все, мам, я готова. Ну, в общем, так, ну, только, во, слушай, когда будешь медали получать, надо потренироваться. Главное, двигай локтями активнее. Локтями? Активнее. Ну все.